Добрый вечер, уважаемые коллеги, друзья, товарищи. Несколько слов о конном заводе «Ермак». Мы находимся в Самарской области. Вот уже 13 лет занимаемся разведением лошадей ганноверской породы и чистокровной верховой. То есть у нас два отделения. По ганноверской породе у нас 27 маток, по чистокровной верховой 20 маток и жеребцы-производители. Успешные, которые находятся сейчас в Германии, конкурных линий, войсковых линий, осеменяем спермой. Ну а также есть у нас и молодые уже дети этих производителей. В этом году мы получили статус племенного хозяйства, который с одной стороны ничего не дает, потому что лошади, они как были, какие они были, они такие остались. Но с другой стороны, дает возможность получать какие-то преференции, субсидии от государства. То есть на сегодняшний день субсидия на матку составляет 70 тысяч на племенную матку, которая подтверждена. Ну, как бы лошади у нас хорошие, всех просим приезжать, готовы сотрудничать со спортсменами, готовы представлять своих лошадей, в том числе по принципу, как мы со спортсменами делаем, на реализацию отдаем перспективных лошадей в спорте, которые можно потом либо у себя оставить, либо продать с совместной выгодой, со всеми вопросами по реализации, по всем остальным вопросам. Это нужно обращаться к директору Татьяне. Вот она там у нас с краю. Таня, руку подними. Вот к ней. Это директор конного завода. И она занимается как раз реализацией. Спасибо.